эти выходные синоптики обещают потепление. Температура поднимется до 6 градусов выше нуля. В Химках сейчас вовсю идет подготовка к весеннему паводку. Для этого проверяют состояние гидротехнических сооружений, которые будут препятствовать тающим водам. Сотрудники администрации вместе с МБУ «Химспас» осмотрели плотины на территории округа. Эти плотины уровневые, они нужны для выравнивания уровня и правильного спуска воды с реки Сходня в реку Москва. Осмотр показал, что плотина на форелевом хозяйстве в микрорайоне Подрезково полностью подготовлена к пропуску паводковых вод. Предварительный осмотр показал, что в принципе мы готовы к весеннему паводку. Будем регулировать ситуацию в зависимости от развития обстоятельств. Всего на территории Химок расположено две таких плотины. Вторая в микрорайоне Новогорск. Там проверка выявила мелкие недочеты, которые устранят в ближайшее время.